Короче, так, девушки жалуются, что мужчина не обращает на них внимания, не окружает их заботы, знаете, там не покупает кабачок, не покупает там арбуз, все дела. Короче, девушки, понимаете, я вам давала совет, а вы не слушаете, вы все время ведете себя как ненормальные, слушайте сюда. Чтобы девушка была хорошей такая, знаете, для мужчины красивая, он хотел ее окружать заботой, любовью, она что должна сделать? Она должна прикинуться, знаете, такой глупенькая немножко, такая дурочка. А вы что делаете? Вы прикидываетесь, как будто вы сумасшедшие, придурочные дебильки, вы зачем это делаете? Это разные вещи, понимаете? Я вас такому не учила. Ну хорошо, Мадина сегодня будет как немножечко астролог, да, знаете? Очень многие говорят, типа, осень пришла, о, знаешь, так не хочу ничего делать, грустно, там, депрессия у меня, понимаешь, так плохо, денег нету, мужчина нету, понимаете. Сейчас делаем один астрологический прогноз, вы увидите, он работает на все 100%. Смотрите, пессимисты, правильно, у вас все будет очень плохо. Будет плохо, будет депрессия, не будет денег, никто вас не любит, никто вас не хочет, никому вы нафиг не нужны, понимаете? Оптимисты, у вас все будет хорошо, у вас все будет сладко, супер-мега хорошо. Зеленый листик, желтый падает, красивый такой на землю, понимаете? Как у неба голубое солнышко выйдет, все любят вас, обожают, а я тем более. Вот такой хороший прогноз вам. Все спрашивают, кем Мадина хотела быть в детстве. Ну ладно, открою вам секрет. Мадина хотела быть бухгалтером, понимаете? Ну уже в институте. Как бы, знаете, я подумала, было бы классно, знаете, грабить банки такая. А лучше всего, знаете, что делать? Пиратствовать, быть с пиратом, купить, знаете, такую шляпу, как у Джека Воробья, чтобы грабить судно и все такое под покровом ночи, знаете? Это ж каким надо быть шакалом и дебильным, чтобы хотеть быть бухгалтером. Господи, кто мне детство так сломал? Господи, как мне надоели уже эти все поклонники, они мне все время в личку стучат, долбят. Мадина, когда пойдем с тобой на свидание? Мадина, хочешь кабачок? Мадина, хочешь чебурек? Мадина, хочешь лаваш? Слушай сюда, короче, говорю, один раз и только для тебя лично. Сфотографируй все деньги, которые у тебя есть, понимаешь? Если мне понравится эта фотография, я пойду с тобой на свидание, в другом случае не надо вообще сюда писать. Друзья мои, ну время поучительных историй, вы же понимаете, смотрите, один парень, короче, знаете, любил девушку так сильно, очень сильно любил, то, что он сделал для того, чтобы она пожалела, он взял и выбросился из окна, знаете, а эта девочка, ну она вообще не горевала, она типа вышла замуж, там детей родила, там, она раз в год на Бали, там, на Мальдивы, там, летает, знаете, там, сексом с водителем занимается, у нее все хорошо, знаете, ну так, хотите морально, мораль такая, что всем друг на друга наплевать, ну что этот мальчик, ну дурно, что он сделал? Молодец, хотя бы просто не мучается теперь. Мадину пригласили на день рождения ребенка, которому исполнился год. Знаете, я не знаю, откуда вообще придумывают вот эти вот праздники. И с чем мне этого ребенка в один год нужно поздравить? С тем, что он через пару лет все поймет и охереет и скажет: Мадина, зачем ты мне раньше не сказала? Но пока он не понимает, что я говорю. Знаете, в жизни женщины далеко не все мужчины, понимаете, не все проблемы из-за мужчин. Хотя кому в руках, конечно, все. Знаете, что на днях Арменчик сказал? Я чуть вообще не описывалась от смеха. Он мне говорит: Мадина, ты знаешь, что такое деликатность? Арменчик, конечно, я знаю, у меня в стиральной машине такой режим есть. Он, знаете, подруга жалуется, что ее парень лайкает всяких шлюх. Но в конце концов, Катя, если бы он не лайкал всяких шлюх, вы бы никогда так и не познакомились. Девочки, чтобы не быть жирной, тупой, шлюхой, знаете, что надо сделать? Помыться, почитать книжки, и не спать со всеми подряд. Вот и все, что за вопросы, как не быть жирной, тупой, шлюхой.